Так, Юпитер. Справа три спутника Галилеевых. А где четвертый, я не знаю, да я не особо интересуюсь. Пришел я снимать Марс. 19 июня 2019 год, Харьков, 21:20 по Киеву. Вчера я попытался снимать Марс, приблизившийся к Меркурию на небосводе. Завершилось это ничем, дымка была просто страшная на западе. А пытаясь снять на востоке Марс, ой, господи, Марс, Юпитер, я обратил внимание, что пока еще небо не абсолютно темное, мой ультразумный фотоаппарат снимает Юпитер не как белесое пятно, а даже на нем какие-то полосы проглядывают. Ну, то есть какие-то Юпитера полосы, понятно, каким там еще полосам быть. Сейчас посмотрим. И сейчас, когда домой придем, да, еще довольно светло. Послезавтра самая короткая ночь в году. Поэтому даже то, что 9:30. И как раз сейчас на такой же высоте, как Юпитер над горизонтом, должен быть Марс и Меркурий. Но не наблюдается там ничего. Опять же, дымка меньше, чем вчера, но никуда она не делась. Попытка, конечно, разглядеть красный Марс на фоне красного заката — это тут еще тест на дальтонизм. Я уже что только я не придумывал, как не исхищрялся. Уже и ладонь прикладывал, как моряк, вглядывающийся в горизонт. Но не ко лбу, чтобы солнце сверху закрыть, а к переносице, чтобы закат снизу прикрыть. Выглядело это странным даже для меня, а я так себе привык. А вот люди, которые с огорода возвращаются, даже, по-моему, шах ускоряли, на меня глядячи. Я их не сужу. Да, ну вообще никаких признаков. Что-то там у меня мерцает все время в глазах. Но я перед этим закат снимал, солнце. Теперь у меня в глазах мерцать будет еще, наверное, долго. Было одно слепое пятно в глазу, как у всех людей при рождении зрительный нерв, а теперь будет еще свежеприобретенное. На солнце, как известно, можно посмотреть два раза: один раз левым глазом, другой раз правым. Не знаю, пытаюсь я это все навестись. Думаю, может, фотоаппарат снимет то, чего я не вижу. Но это больше жесточайно. Вон. Питер у нас всегда готов. Фотосессия. Марс я не нашел, но вот комары меня нашли.
Соловьев я как-то отвлек, выплюнул леденец, которым пытался отучить себя курить. Да, пару месяцев леденцами. А теперь надо что-то придумать, чтобы отучить себя и курить, и леденцы жевать. Да, ну Юпитер хорош. На экранчике фотоаппарата полос никаких не вижу, а вот на компьютере, на экране, на мониторе довольно четко можно было их увидеть. Так, что это у нас? Это у нас 21-26 по Киеву. Ну, в общем-то, это из пустого в порожнее. Брошу я, наверное, людей настораживать, пойду домой. А то тут ко мне уже огородники подходили, перепутал мою треногу и фотоаппарат с теодолитом. Забеспокоились, что здесь все обещают новый микрорайон строить и отнимут у них огороды. И так они об этом активно спрашивали, как будто я прямо сейчас этот микрорайон тут начну строить. Не, ни о чем. Ну ладно. Попытка не пытка. Была.